Ладно, хорошо, ну. Пойди сюда. Слушаюсь. Нормально. Помню один. Пекия. Так а мы и так пойдем. На тебе! Так вот он какой-то. Так. Забавно как он. Ой, это нельзя блокировать. Отошли. Ой-ой-ой, как я нагибал. Так. Так. Как это получилось? Так, давай, мало. Подожди. Так. Что за Франкенштейн-то неприятный? Стопэ! Что ж порядки-то? А, фак! Доджи, доджи, доджи! Да как же ты тут оказался, ё-моё! О, зелень. О, сюда. Как ты не взорвешься? Выглядит так. Не, он просто не надувается. Так, пошел вон. Гриффиндор? Нет, не валь! Ох, художник. На тебе! И на! На тебе! На! На! Суки! Вот это отлично. Да-да-да, я иду. Еще один дух, которому что-то надо, как неожиданно. В чем дело? Я пришел сюда с торговцами, спасаясь от запустения. Откуда мне было знать, что здесь оно еще хуже? Мы не можем исправить твои ошибки, дух. Знаю. Но я опасаюсь за капитана и команду. Думаю, они все еще под водой. Вы найдете их. А ты можешь что-то предложить нам взамен? Я... Мне нечего вам дать. Ну... я не знаю. А... Перед смертью на мне была фамильная драгоценность. Найди команду, и я отдам ее тебе. Ладно. Так, ну ладно, спасибо. Пойдем. Ну ладно, так и быть. Нам квест дал. Он дал нам оскверненный уже след. Лучше. И почему дал... вы с мамой не говорили мне про запустение? Плюс 2500 опыта. За твою мать я ничего не скажу, но меня это не волнует. И тебя не должно. Тебя не волнует то, что все вокруг умирает? Наша цель — подняться на вершину. Да ну? Тогда что мы делаем на этих островах? Мы собираем то, что позволяет улучшить снаряжение. И уходим с пути только для того, чтобы подготовиться к завтрашнему дню. Плюс 3500 лол. Так можно заодно мир посмотреть. И помогать другим. Так, подожди, так он квест-то мне дал? Я не очень понял. Карта. Он же попросил найти своих чуваков. Это же, по сути, и есть карта. Как тебе суровый Кратос? Суровый Кратос, суровый. Цели. Значит, вот эта цель. Мир огня, неоконченное дело. Исследуйте острова на озере, зажгите жаровни. Огонь жаровин привлек не только врагов, но и так, выполнено. Исследуйте острова на озеро. Так выполнено. Все. Все. Так тогда получается уже все. Это он просто так выразился плохо. Так, хорошо. Ладно. Тогда у нас есть куча опыта. И мы хотели потратить его на навыки. Где наши навыки? Я хотел сделать... Блин, не то жму.
Я хотел сделать вот этот паре. Поставив блок последнем мгновении, нажмите R1, чтобы перейти в контратаку и ударить противника кромкой щита. Вот это отличная тема. То есть просто наказывать за атаку. Так, это что у нас? Поставив блок последнем мгновении, нажмите R2, чтобы перейти в контратаку силой и ударить противника щитом. О, да, есть же. Это то же самое, только R2. Вот это прям имба-талант. Это прямо имба-таланты, которые мне дадут очень много валуева. Так, ну опыта больше пока нет. Можно тут всякие штуки поизучать. Не знаю, что тут еще. БР1 во время бега, чтобы привести атаку в... Не знаю. Мощная атака в прыжке, выполняя уклонение. Выполнение уклонения, надерживайте отклонение, чтобы ранить быстрый удар топором. Ну, мне кажется, что это все... Все это фигня. Здесь можно стрелковые всякие покачать. Вообще стрелковые, в принципе, наверное... пацана подкачиваю. Пацан у меня хорошо подкачан. А у меня нету удара топором по земле. Здесь такой фигни нету. Единственное, что можно сделать, это типа помочь себе с рейнджовыми чуваками. Прицельтесь и удерживайте R2, чтобы зарядить левиафан и вызвать взрыв холода при попадании в цель. Вот эту штуку можно изучить. Типа, мол, я натягиваю, а потом вот такой вот взрыв дает. Вообще прям прекрасно. Так, хорошо. Значит, здесь мы все выполнили. Нас интересует что? Я думаю, что все. Сейчас мы уже плывем по квесту. Я думаю. По бочечку. Кстати, можем прийти к этому? Да, нас интересует, наверное, квест. Основной. Это руны на топоре. А, точно, да, у меня же еще опыт на руны на топоре. А я другие руны найду или я эти должен буду качать всю оставшуюся игру? Наверное, я другие найду, но так что торопиться с их прокачкой, наверное, не надо. Хотя хрен его знает. Может быть, и надо. Когда это все построили? Смотрите, храм очень и мост. Так. Там, где ты не смог пришвартоваться, очень важный квест. Можно к нему сплавать. Это вот здесь вот. Причал. Добавить на компас. Можно прямо сейчас сплавать, что нет-то. Но там красная зона. Там красная зона, то есть... там красная зона есть, которую надо разбивать скиллухой, которой у меня пока что еще нету. Опыт в этой игре прям, между прочим, реализован восхитительно, потому что решает, что пипец. Так, я туда плыву? Да, плыву туда. Ну, пойдемте. Я как раз таки... Ну, здесь как бы начинается реально РПГ. Ну, то есть мы можем пойти по квесту, а можем пойти по сайду. Здесь можно высадиться. Это просто по прямой. Пойди сюда. Пойди Слушаюсь. Сюда. Еще одна карта сокровищ. Еще одна карта сокровищ. Найдите место из свитка. Так. Капитан сгинул в чреве Гидры. Его ключ достался мне. Я отправился в новую землю, но мой корабль разбился о скалы и затонул вместе с драгоценным ключом. Теперь он покоится под волнами, насаженный на риф. Это... Редкие чары, сплав лейптер, редкий... Так, хорошо. Значит, здесь вот ключ капитана. Надо сделать этот квест. Мы постараемся, конечно, но что-то мне подсказывает, что прям так изи-пизи лемон-сквизи я ничего не сделаю. Это у нас что такое? Зачем нам поднять? Нужно...
пускать поднимать. Ну, идем туда. Будь готов! Здорово, здорово. Так, ты где ты будешь ультовать-то, друг? Что-то у меня не очень хорошо вышло. Пойду зеленку подавлю, где-то здесь была. Или я ее как-то скажу. Ежик попала. Отец, ты сильно ранен! Отец сильно ранен, да. Да что ж ты будешь делать? Какая она? Так, блин, надо все-таки подавить где-то зелень. Где-то должна быть. Где же зелень-то найти? Я готов! Малой, ты зелени не видел? Значит, я сейчас умру просто. Я не готов! О, зелень. Давай! Так, тут надо... Уйдите! Какой человек? Нехорошо. Ой-ой-ой, нехорошо. Ой, нехорошо. Плохо очень подрался, не получалось. Надо, короче, начать ее застреливать луком. Она после этого перестает парировать. Влетать в нее. Следующий совет. Влетать в нее, делать ей комбос. Она умирает вполне. Впереди враг! О, кстати, можно сделать очень интересный фильм. Интересно, кстати, получится? Нет, не получится. Да я же жал блок, как ж ты проатаковала-то. Ё-моё. Фу, блин. Да что ж тебе... Давай. Да блин, она начинает свой комбос вообще на пофигу. Не просто насрать, она бесит меня, пипец. Вот.
Да блинский! Да блинский! Блин, короче, первое. Во-первых, разводи ее на милишные атаки и делай паре. Во-вторых, сбивай ей просто телепортацию малым. Все, все очень просто. Тебе даже не надо спамить малым. Атакуешь им на квадратик, она подходит, начинаешь ее бить, она начинает делать контратаку, ты ловишь ее атаку, убиваешь ее. Она никакая, она просто никакая, у нее обилки никакие. В ней вообще ничего нет. Вот почему я не нажал блок? Извините, вот. Где это? Но получал такой лишней фигни. Вот просто жадничаешь, да. У тебя есть доджи и бросок топора. Бросок топора на Вельву вообще не работает. Она уйдет от него, наносит мало. И он здесь не нужен. Мне не нужна рейнджовая атака против Вельвы. Она Вельва наносит больше на расстоянии, чем я. Зачем мне с ней в какой-то рейнджовой дуэли находиться? На кой черт? Вот почему она нанесла какой-то урон мне сейчас? Вот это комбо ты сделал, но при этом получил урон. Не надо, не делай комбо. Не делай большое комбо. О, вообще ни к чему. Не делай большое комбо. Она в него. Хорошо, вышло. Да как же ж, ёпарасоте, блеванула в меня поганка. Подождите, а это милишная атака? Это милишная атака, она вот когда она блюет, она что же, наверное, блокируется? Чё я, блин, ее не блокирую-то? Где ты там? Уходят. Да. Некоторым чувакам ты даже просто не успеешь сделать свою комбосику. Вот это успеешь. О-о-о. Нормас. Вот это было жестко. Ну, слабо было, конечно, сыграно мной. Ну, ладно, я стараюсь. Бестиарий обновлен. Нашел. Что-то нашел. Что не сказано. Новая фигура. Серебро. Сундучело. Закрыл.
Я его могу... Какие-то корни здесь какие-то. Я это могу... Ага, здесь, скорее всего, чтобы пройти дальше, надо... Так, иди-ка сюда. Ну? Ну? Угу. Да все, все, отступи ты. О. Здорово. Сразись со мной, громовержец! Давай. Боги глухи к твоим воплям, дух. Зря глотку дерешь. Не смейся над моей жаждой мести. Моя семья поклонялась Тору, а я решил его погубить. И я начну со статуи, что стоит над могилой моего отца. Со статуей над могилой моего отца? Не выйдет. Ты мертв. А мы можем тебе помочь? Конечно, не бесплатно. Повали эту статую, и я разрешу тебе порыться в могиле отца. Он упокоился на одном острове к востоку отсюда. Угу. Уничтожь ты статую Тора. За что ты ненавидишь Тора? После смерти отца мать поставила статую, чтобы она охраняла могилу. Представь себе наше удивление, когда сам Тор явился с соболезнованиями. Поначалу мы радовались, но он злоупотребил нашим гостеприимством. Мать умоляла его уйти, но Тор в пьяном кураже убил ее. Это чтобы эта дверь... У меня не осталось ничего, кроме горя. А потом я утратил его. И его заменил гнев. Окей, нам надо расфигачить статую Тора. Я нарыл серебра. Супер сундук. Редкий предмет, талисман. Применяй сразу после ранения, чтобы быстрее собраться с силами. Увеличить время парирования, повышить защиту при блоках. О, это редкий. Сила 6, защита 10. О. Для после... Примените сразу после ранения, чтобы быстрее собраться с силами, увеличивает время парирования и повышает защиту при блоках. О, какой хороший талисман. Так, теперь надо сделать задачу чуваку сделать. А, значит, как нам это сделать? Повалить мой статую Тора? Мой отец похоронен на острове к востоку отсюда. Не спутайте статую Тора моей матери с уродством, которое стоит на юге. К востоку отсюда. Давайте посмотрим. Карта. К востоку. А, это надо просто сюда переть. Падение молота. Уничтожьте статую Тора. Ну, давай прямо сюда. Тут. Просто. Ну, короче, садимся. Плывем. Вот, тут, собственно, мы ворота открыли. Это нам сюда и... Это и надо делать. Я... Бестиарии, кстати, подсказывают, как правильно бороться с мразями. Слушай, как? Вло! Я же Кратос! Я не понял, ты чё вообще? Берёшь, блин? Тот, чью мать убил Тор? А что? Запомни его историю. Жизнь людей ничего не значит для богов. Знаю, отец. Знаешь. А понимаешь ли? Да. Хорошо. Перевал Витургард. Чё, ну много навоевал в лоб? Крепость, не тупость, Так. Короче, надо статую Тора. Это, судя по всему, оно, да? О, это брат, скорее всего, этого чувака. Так, а ты чё? Смотри. Вейдергард. Южный форпост короля гнома. Короля гнома? Ты про такого слышал? Нет. Это брат, скорее всего. Получен опыта 28. Даровченко. Ну, здорово. Поговорим. Эй, Брок, ты слыхал о короле гноме? Это ты про кого? Про Мацагнира? Да, этот уродец когда-то правил местными жителями. Брок, а какого черта ты здесь делаешь? Построил себе замок. Я думал, это брат Брока. Гномий замок? Какой он? У тебя пара глаз и пара ног есть. Но перед дорогой советую запастись всем необходимым.
Мацагнир собирает самых разных жутких тварей. Не знаю, кто теперь за ними присматривает. Ты и часом не сталкивался с неопрятным мужиком твоего роста, который не чувствует боли и говорит как пьяный, хотя на самом деле просто тормоз? Не, ну а чего ты ожидал? Если б я хотел вести дела с асами, открылся б рядом с борделем. Или с бойцовой ямой. Или с бойцовым борделем. Он сказал асы? То есть боги? Нет. Ну, приведем вас. Так, нагрудная броня. Разбойничья туника здесь. Ну, она скучная пока. У меня отличная разбойничья туника. Я ее трогать не буду. Броня для бедер. О, у меня такого нету. Сила 9, защита... Подожди, сила броня для бедер. Так, во-первых, рукоять топора. Вы можете заменять рукоять своего оружия. Разные рукояти не только улучшают характеристику, но и наделяют оружие уникальными особенностями. Улучшение рукояти позволяет усилить ее влияние на характеристики Кратоса. Так, во-первых, у меня... Блин, нет, я хочу... Это просто сбалансированное, изогнутое. Восстановление. Высокий шанс получить благословение, восстановление при успешном ударе палача. Удар палача — это когда я делаю прям силушечку. Подожди, а есть улучшить? Талисман. Талисманы обладают уникальными эффектами, способными помочь вам в бою. Улучшить талисман в ланке вы можете, повысив его эффективность и ускорить восстановление определенных его способностей. Хорошо, талисман решительной защиты. Это то, что мы... И талисман решительной мощи. Это я могу создать. Создание непробиваемой барьера на несколько секунд при ухудшении здоровья для критического уровня. О, решительная защита. Это типа... Это типа вот крутота. Улучшить. Левиафан. Замерзшее пламя у меня пока нету. Коготь я улучшить не могу. Колчан когтя. О, ускорение соления стрел. Конечно, сразу. Не глядя. Хорошая тема. У меня куча серебра, поэтому рукоять для топора. Рукоять искусного воина. Это моя вот рарная. Оскверненный след. Я могу сделать ее... Могу сделать ее лучше. Она хорошая, на самом деле. Мне нравится. Хотим это. Силы, защиты, удачи. Все вот такое классное искусного воина. Талисман. Талисман вот этот мне прям тоже очень нравится. Пыль миров. О, я такое улучшить не могу. Чтобы улучшить талисман, мне нужен на пыль миров. Такого у меня нету. Я могу, как бы, конечно, купить чары. Повышая чары, повышающие живучесть. Удачу. Ну, слушай, я, наверное, все эти чары куплю, потому что они стоят всего по тысяче. Тысячи, а может быть, мне они потом просто купят. Хотя, скорее всего, наверное, нет. Живучесть. Восстановление на 3. Бойцовый бордель, это же туда, это же ребята из Фростпанка. Хорошо. Значит, здесь продать артефакты. Да, здесь можно все это продать на халяву. Ну, то есть, это все нафиг не надо, но пока проблемы. Проблем с этими нету. Так, нагрудная броня. Итак, это, собственно, то, что я могу скрафтить. Из кабани и шкуры. Сравните, R3. Ну, они, к сожалению, просто не лучше. 12-4. Ну, то есть, как бы они такие же. Технически такие же. Просто в них больше силы. Силы больше дамага. С одной стороны, это здорово. Сравнить. А у меня какие? На силу. Могу тоже. Но они, опять же хуже. Это все то же самое, что мы уже видели. Рукоять для топора. Это я могу создать. Но я могу улучшить. Я, наверное, улучшу то, которое у меня есть. Где у меня рукоять для топора? У меня вот есть рукоять искусного воина. Она за оскверненный след улучшается. У меня их есть 3. И она, вон, смотрите, сколько дает. Улучшение вот всех характеристик. Прям посмотрите, какое классное. Отличная рукоять по итогу.
Ее могу, кстати, улучшить еще дальше. Восстановление 4. Заскверненный след. Просто если я фигачу рукоять искусного воина и говорю, что это будет типа моя рукоять, я с ней буду ходить, то надо как бы в нее инвестировать дальше. Можно изучить ее последний раз. 5 по всем статам. И живучесть 5 будет. Прям отличная. Не жалко. Не жалко. Отличная рукоять. Я не жалко на нее все. Серия агента. Она, кстати, максимального левела теперь. Лучше просто эту. Вот в следующий раз я эту рукоять сменю, скорее всего, никогда. Так, талисман у меня охрененный. Талисман у меня охрененный, но я его не могу апгрейдить, потому что у меня нету пыль миров. Колчан когтя у тебя уже куплен, коготь сам у тебя уже... Подожди, а коготь почему я не могу апгрейдить? Прочная сталь, вартовая сталь, блин, не могу. Не могу тебя апгрейдить, прости, братан. Еще что-нибудь? Все, боюсь, что все. Больше у меня ничего нету. Единственное, что теперь... Ну что, удачной тебе резни. Спасибо, брат. Братуськ. Так, здесь у нас мы копим... Здесь мне надо... Опа, це, подожди, вот у меня на тебя рунный призыв, я даже не... Так, что-то взошел куда-то, даже не хотел заходить. Эту рукоять я не сменю уже очень долгое время, она у меня прокачана, прям будь здоров. Щит стража тоже у меня не меняется никак. Они никак вообще... Не меняются эти щиты. Так, теперь броня. Значит, смотрите, у меня здесь различные защита 2. И вот у меня сейчас появляется новое гнездо. В этот гнездо я могу сделать живучесть 3, восстановление руны удача. Думаю, живучесть 3 я точно пихну. Живучесть 3. Сюда мы золотой талисман защиты, мы его... Ничего с ним сделать не можем. Здесь защита 2. Я, наверное, перейду к символам и второго левела. Здесь можно руны 3. Восстановление 3 мне нравится. И руны... Руны это что это у нас? Руны это у нас... Давайте показать описание L3. Руны. Увеличение урона стихий и рунических атак. Это у нас... Уменьшение любого получаемого урона. Ну, слушай, хорошая вот эта защита, классная, конечно, удача 5, руны, удача 5, повышение шанса активации особенностей, увеличение получаемого XP и серебра. Мне нравится МФ. Мне нравится МФ, но я не собирался бы его качать. Руны технически дают увеличение урона от всех обычных атак. Увеличение урона от стихий рунических атак. Пусть и будет, наверное. Либо удача, либо руна. Руна 3 или удача 5. Удача она вообще закатывает. Руна 3 или удача 5? А, пущай будет удача. Я же лакирок, правильно? Так, хорошо. Значит, наплечники мы поюзали. Теперь нам надо малой. Малой, туника одежды, просто на обнаружение уязвимостей. Хотя ему можно найти не на обнаружение уязвимостей, а на ту, которую потом будет скрафтить. Абсолютно это дешево и легко, которая будет помогать зеленку собирать. Боевые навыки Атрей. Атрей обрел уверенность в себе. Теперь он будет поддерживать кратцев в бою, проводя физические атаки при подходящей возможности. Его способности можно улучшить в закладке навыки. Спасибо большое. Вперед! Воу, ни хрена. На тебе. Ужасно.
Так что я, наверное, отрею именно на зеленуху. Неплохо, поставлю. Да? Руны не дают зеленуху, так только рунический набросок, так как он морозит. Ну тогда мне, в принципе, руны... ну, учитывая, что основной мой урон просто с ЛКМ, что с ними равно... случилось? А ты подумай. Ну, тут повсюду сажа. Они лежат кучей. Может, они прятались от кого-то огнедышащего? Но все равно погибли. Ах ты ж собака. Берегись, отец! Да давай, я же жму. Что за борода? Почему не хочет R2 нажать? ПДшка? Неплохо! Ты ж ешь, ешь. Блин, ёпар, сюда. Ты плохо выглядишь. Это надо подавить зеленку. Срочно. Я отдал, на самом деле, много ульты перед тем, как сейчас будет замес. Я прям чувствую. Ну ладно, поехали. Что это у нас тут? Малой, читай. Сын, сюда. Слушаюсь. Так. Будь проклят, король-гном, бич всех людей. Видать, король был не из лучших. Интересно, за что его так ненавидели? Они все мертвы. Какая разница? Да, просто любопытно. Любопытство опасно, сын. Оно отвлекает. Вейда Даудер. Значит, преследующий смерть. Да уж. Пида Дауда? Все? Это все, что ты здесь прочитал? Реально, просто все, что ты прочитал. И все? Это как-то какой-то ты скучный. Карта. Нам надо ползти дальше. Здесь мы пока что ничего не нашли. Просто немножко здесь полутали, скажем так. Так, что у нас здесь? Сундучелло красный. Нашли. Какую-то бурбугу. Кусок чешуи мирового змея. Мягкая стальвихеймская сталь. Это неплохо. Так, что это у нас здесь? Ага. Ползёмс. Так. Песок чешуи мирового змея все еще пока есть. Так, хорошо. Просто полутались. Это хорошо. Лутаться это замечательно. Но. Вообще-то. Мы сюда пришли по делу, молодые люди. Так что будьте добры. Слушайте, не очень понятно, куда идти. Смотрим мы правильно. Пройти туда пока не можем. Лавку нашли. Молотора уронить не можем. Этот чувак нам так и сказал. Да, хорошо, давайте прочитаем цели. Цели выполнены. Путь к горе. Путь, вот этот вот. Падение молота. Уничтожить статую Тора. Разбейте молотую статую на острове Вейтургарда. Пока я не могу этого сделать. На острове возле Вейтургарда. Вернись к надписи. Окей, сейчас проползируем. Видимо, там надо наверх как-то проползти. Может быть, здесь проползти наверх. Да, я тоже удивился, что там просто какая-то надпись и все. Но я как-то так огляделся, и вроде как там все было так хорошо. Может быть, я... Угу. Да, я просто забыл посмотреть налево, и там был просто проход. Васька. Васька до прогама. Случился. Ого! Лодочка. У нас есть лодочка. Сели.
строят такие огромные статуи? Гномы – находчивые существа. Противные, но находчивые. Противные, наверное, это очень важные гномы. Можно запарковаться? Да, можно. Хотим здесь парковаться? Так, нам надо бы статую Кора разрушить. Как мы ее разрушим? Тут случайно пушки никакой нету. Пушки воздушки. Но мы эту штуку обязательно потом лопнем. Хочешь здесь высадиться? Ну да. Нет такие компаса. Если компас стал золотым, вот значит цель где-то близко. Внимательно где-то смотрите, у него должно быть скажет. Слабое место. Пятого ловила какой-то упырь. Ну привет. Тебя блокировать можно? Надо, наверное, чайку навалить. Ребята, вот в чем суть. Прямо чувствую, как наваленный чаек бы спас ситуацию. Иди сюда, клоун, ты неприятный. Да как так-то, ё-моё? Ё-моё. Ух, ни хрена. Это как это я так? А почему я не могу взять? Потому что у меня... О! Здравствуйте. Вау, малой, ты красавчик. Вообще это видите? На тебе. Ой, плохо. Блин, ну это круто, все равно круто. Вообще здорово. Блин, а мне теперь опять с ним драться. Блин, я так зафейлил. Это был такой простой моб на самом деле. Карпицкий, да на кому это надо? Что ты пристал-то с своим ненужным мусором? О чем ты? Да блинский. С одной атаки. Пятого левела, да как так-то? Что же это за борода-то? Я и должен здесь быть что-то? Ну да, наверное, это типа мини-боссов, наверное, каких-то. Мы же делаем самое интересное. Так. Да чтоб тебя черти драли, отвали! Блин, этот Драугар совсем бешеный. Блин, да... Да ты даже не даешь мне очухаться, чувак. Отец! Отец! Пойди на остров, там подкачаешься. Да как я там подкачаюсь-то? Блин, мы его только что убили, да как так-то? Блин, там этих Драугаров будет, скорее всего, много. Блин, мне нужен реально другой левел, чтобы с ними драться. Блин, надо было идти по сюжетке, короче. Давайте последний трай. Нет! Не одна атака. Сильная атака приведет. Проведенная на определенный процент сразу убивает. О, нифига себе, это офигенно. Дай сыну пострелять. Да блинский магнит. Отец, нет! Малой не стреляет. К сожалению, это не мини-боссы, это обычные мобы. По-моему, это побочка. Ладно. Там будет много таких драугров. Просто я как бы хотел закрепить, сделать квест и уйти отсюда. Очень обидно будет отсюда уходить, не подравшись. Прости, я не готов.
Ему вообще чихать. Ему вообще чихать, а самое главное, отец! Я не могу вернуться от него. Бесячий какой упырь. Ладно, хорошо, давайте на остров. Давайте чуть-чуть попозже к этим чувакам придем. Они нам еще покузмят душу 100%. Пока здесь спешимся. Эти драгу совсем сраты. Пятый левел, мы избегали миллион раз. Ты слышишь? Второй левел, вот это хорошо. Такой быстрый! О, хорошо. Отец, давай! Я бы рад, малой. Большой молодец, малой. Мне не нравится, на самом деле, это. Я не готов! О, хорошо. Отец, я готов! Да блинский, я же жал! Отец, вставай! Ладно, сейчас мы... Нам на самом деле нужен хотя бы второй левел. Вот мы... Блин, я удивлен, что я до сих пор... Подождите. Я только что понял. А как так выходит? Я сколько уже здесь? Место! Снова траугли! Тебе. Один есть. Есть? Красавчик. Батюшки, матушки. И еще вот так вот, пожалуйста. На! Лети за ними! Ой, как хорошо. Отец, уходи! Хорошо. Как-то можно подливы пособирать. Блин, к сожалению, он сбоку был. Отец! Хрень твое ослепление. Хрень твое ослепление? Почему? Какое? Это в смысле мой стан? Дальше будет fast travel, несы. А, окей, ну ладно, да, тогда вернемся, когда захотим. Ладно, хорошо. Ты слышишь? Да тут полно драугров! Так, о, он сразу умер. Какой я халявщик. Офигенно получается. Я не получаю вообще уже. Если не получать урона, вообще замечательно получается. Оу. Блин, как. Просто как. На! Пополам! Прямо вот, падла! Вот это жир! Ты просто МВП, пацан, МВП! Не прибедняйся! Ах, лох. Ну.
Вы это видели? Вы это видели? Я просто не получил ни одного урона. На острове еще статуя Тора. Просто и... похоронен отец того духа. Раздолбил просто как боженька. Просто бац, щитом, бац, 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 как настоящий бог войны. Так, ладно, сначала вниз позыркаем. Что у нас тут? Ах ты ж, сука, что, сука, как я испугался. Да вытаскивай его из земли. Так. Эти вот так вот. Подожди, кто-то меня отравляет там. Ага, вот, смотри. Я классно получилось. Классно, да? Надо, короче, кидать в них топор, они замораживаются. Что это такое за огонь? Там дракон. Это что, дракон? Да, у меня жопу мне надерет, прям пипец. Так. Ладно, идем туда пока. Не-не-не, подожди, сначала читаем. Смотри. Да, тем временем думаю. Интересно. Пожалуй, стоит записать. Давакин, Давакин. А что мы записываем-то? Зачем ты это записываешь? Это типа найдена новая легендарная метка. Берегись его дыхания. Это я и без тебя знаю. Еще какой-то дракон? Это нормально. Так, сейчас надо. И так дракон. Это что за фигня? Отец, уходи! Хорошо, что не так. Дракон в тебя. Ну что ж ты сиделишь, удерживающий опыт. Поможем ему? Дракон опасен. Меня убьет, я. Подожди, а ты меня хочешь? Не понял. Так а почему? Я не понял, ты что, бомбируешь? Что-то как не по себе. Хочу по этим драуграм. Разрушить эти цепи.
кажется, на халяву просто подойти и разрушить цепи не получится. Вот. Ой, они, оказывается, так двигаются. Это я даже не знал. Не, анимация, все в порядке. Все в порядке, сын, я в анимации. Так, это что за... Не знаю, чему ты молился, но... Вот, ты живешь. Помолишься? Что? Помолишься? Алло, ну что ты меня говнишь-то? Ну хватит. Как далеко ты меня откинул, ну ладно. Атрей, ко мне! Ладно, я и берегись его дыхания. Это я и без тебя знаю. Понятно. Так, успеем пройти. Ох, ты ж собака такая. Ему так грустно. Что-то нехорошо, да, действительно плохо. Блин, ну ладно, я попробую, конечно. Да вгаси. Давай, 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 давай. Они типа могут это переживать, потому что на полном серьезе регенер. Такие они сразу. Байлинский магнитофон. Блин. Почти на самом деле. Почти, почти, почти. Далеко. Реранить, но ладно, нормально. Обида, конечно, что... Обидно, конечно. Уничтожь руны, мобы бесконечные. Думаешь, прям по фокусу бежать просто к руне? Берегись его дыхания. Это я и без тебя знаю. Попробую, попробую руну просто сейчас фокус файером развалить. Дракон опасен. Вот, просто
потому что уникальное святилище, кажется, одно уже было разбито. Еще. Этим займемся попозже. Видим, что здесь сундук пустой. Здесь что у нас? Скорее всего, еще одно святилище. Попробую вот здесь вот найти. Осторожно, сзади! Бежишь, нет проблем. Привет, говнари. Ее уже нет. Они реально бесконечные. Я не хочу с ними со всеми драться. О, манку можно зарегенить. Кажется, я сейчас тут пол игры пробегу. Малой, а ты как? Нормально. Так, иди еще уйти. Соберись. Не то пока. Блин, ну ты не доломал? Блин, ты не доломал, да ёпарашюте. Еще и не доломал. Карпицкий поддержал нас сапочку и сообщает Чейра, что давай после 20-го трая на этом острове пойдем сюда. Нет, сюжетку, да, сюжетку надо пойти. Это я и без тебя знаю. Сюжетку мы пойдем обязательно. Но этот остров мы уже начали делать. А значит, мы будем его дальше. Ну, значит, мы это делаем. Это просто скоро совсем это другое. Это нам надо просто. Ну, мы, чтобы просто не вырубить. Это все. Дальше бежать я не очень понимаю куда, я не вижу особого резона, так что попробую. Мне про таких мама рассказывала. Что ж, те святилища, которые. Дракон опасен. Это маленькое было селение. Давай, 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 давай. Что же на святилище 1.3? Мама говорила о трех драконах, сидящих на цепи в Мидгарде. Это их алтарь. Руны были три руны. Найдем две другие и освободим. Это не наши. Понимаю, но мама бы этого хотела. Ведь это правильно. Ты снова думаешь сердцем себя. И твои враги обязательно этим воспользуются. Давай. Они реально походу бесконечные, меня раздражают. Регенят, шо пипец. Судилище Отра на компас на время, так будет ясно куда бежать. Я очень надеюсь, что они у них сейчас сейф
спот дадут у этого святилища. Сейчас поставлю. Короче, этих чуваков... Я не думаю, что они... Блин, я вот не понимаю. О, отлично. Ну вот это спал. Подожди, они еще взрываются при вкусе смерти. Ладно, они мне хотя бы дали нормальный сейф-спот, потому что это пипец. Сейчас. Так, еще святилища нужны. И вы чего будете теперь все время мне тут? Не, вроде как даже нормально все. Можно спокойно тут бегать. Здесь можно сундуком этим заняться, но мы им пока заниматься не будем. Нормально, наконец-то. Мы с подъем. Здесь был вниз. Там была, кстати, огромная куча этих чуваков. Я не могу сказать, что здесь... Так, какой-то рог. А почему ты не даешь мне его поднять? Потому что думаешь, что я в бою? Я не в бою, дружище. Дай мне рог. Почему ты не хочешь мне его дать? Или я думаю, что я в бою? Так. Ого. Нет, селение было большое. Ты его уже нет. На тебя. Это что у меня там что-то есть? Нет, теперь не живой. Отец! Нехорошо. Близит немного? Нет, это... Да блин, Фрейрок, а как я тебе сейчас уйду, да ты видишь, где я нахожусь? Куда я уже отсюда уйду? Уже никуда. Надо уже завершать. Нет, левел у них нормальный, можно делать. Левел у них нормальный, можно делать. Рога Вейтургада. Вейтургарда. Уже как бы чего, садиться на тачку, уезжать. Эти чуваки проносимые, просто сейчас... Это был такой... Его уже нет. Хорошо.
навалили гадов. Так. Тут у нас что? Днем не было, кстати. Так это, в смысле, это не связано. О, здесь шорткат. Это прикольно. Здесь мы можем теперь на этот быстро спуститься или подняться. Так, здесь у нас что? Ничего. Тут какой-то чувак. Лети за ними! Давай. На тебе, одним драугром меньше. Хорошо, что это все. Так, хорошо. Здесь зачекали. О, зеленуха. Она мне нужен. Краснуха. Краснуха мне меньше нужен. Это, кстати, шорткат, да? Хороший шорткат. Зеленуха. Так, здесь можно открыть сундучелло. Ищем камушки. Камушки, камьянушки. К этому сундуку, конечно, можно попозже. Давайте к этому сундуку попозже. Сейчас я хочу побежать, короче, налево от дракона, чтобы освободить его. Ну, налево, если смотреть. Лицо дракона, так у меня здесь что? Какой-то он детский. Это рок какой-то. Почему? А почему у меня? Ага, потому что у меня... Отец, давай, давай. Робка, возьмешь, дружище? Или возьмешь? Скорее всего, сейчас будет еще одно святилище. Очень надеюсь, что сливает. Привет, дружище. Отлично. Отлично. Следи за ними! И хорошо. Открывается что-то. Ой, ты же сказал, что разрушать их опасно. Она бы это одобрила. Да. Не горячись. Если дракон нападет, нам придется его убить. А, ты прав. Так, хорошо, мы сломали второе святилище. Надо найти третье. Посмотрим. Где третье, я не знаю. Там наверх могу залезть? Нет. И третье должно быть где-то... Я не знаю, может быть, тут. Где третье святилище? Меня тоже фризит на ГГ. Перейдите на Твич. Чекните на Твиче. Если на Твиче такие же лаги, так мы видим один камешек, кстати. Если на Твиче такие же лаги, то надо исправить. Так. Так, этот сундук, кстати, надо взять. Если все на Твиче хорошо, то как бы проблема будет не Москва, и я с ним просто ничего не понимаю. Магии не бывает. Так, я могу сейчас вот эту штуку. Атакуем? Подожди. О, нифига. Он крут. Уже можно и... Берегись, Старк!
Вали. Малой, давай. Место. Молодец. Топор не годится? Как это я? Как это топор не годится? Ты топор еще как годится? Ага, регенерат. Блин, я не проатаковал. Блин, малой вообще красавчик. Хорошо. Так. Вот эта штука меня интересует. Такое ощущение, что ее можно взорвать. Ага, смотрите, камушки сломались. Теперь могу здесь перепрыгивать. Атрей, ко мне! Так, теперь мы можем здесь зайти. Да? Так. Ага, камень. Вижу третий. Интересно, с этого ракурса я его могу сломать? Вряд ли. Надо зайти в замок. Прочитаем этот камень. Сын, сюда. Тут мы нашли. Сплав Липтер. Легендарный предмет. Закаленный молнией металл, используемый родичами Тора. Используется для улучшения рукодействия Кримшока. Встречается в тайниках и отмеченных картах. На картах. Ага. Перчать топора. Редкий предмет. Чар. Увеличение урона всех бросков топора на 6. Суммируется до 18. Интересно. Я нашел прям что-то хорошее. Так. Скорее всего, здесь надо просто, чтобы оно совпадало ровно так же, как... Наверное. Ну да, понятно. А здесь не указаны. Здесь надо найти хотя бы какие-то камушки рядом. Мы видим, что нижний N... Вепикиллер. Вепикиллер 546 стал королем. Отец. Хорошо, мы видим, что какой-то из камней, вот с такой вот клыком в бок, грубо говоря, клыком в бок. Так давайте посмотрим на эти, на символы сначала. Это может быть вверх ногами символ. О, видите, N, он как бы как N. Значит, это мы смотрим на него в лицо. Посмотрим внимательно. У него, видите, здесь боковой скол такой. И здесь вертикальный слева. У кого боковой скол и вертикальный слева? Это у тебя боковой скол и вертикальный слева. Да? Да, значит, ты должно быть N. Давай-ка попробуем. Нет. Не оно должно сказано. Но, но как бы удачу-то я прокачал правильно, поэтому. Ну вы поняли. Это приказ верить в него. Подаров лысый. Здоров, VIP киллер. А вот эти F, вот тебе бруфить еще и обнимашки. Каков лакирок? Классика жанра. Так, кстати, здесь надо не забыть, что нам сюда надо будет вернуться за синим сундуком. Меня обозвывают, по-моему, как-то неприятно. Топор не годится? Топор не годится. Нормас. Так, это же 100 опыта. Смотри, тут еще. Это Скади. Она нравилась маме. Великая охотница. Скади. Это ее отец и звери, на которых он охотился. Плюс бан игры, да. И последняя часть. Снова ее отец. Они оба. С него. Больше, чем миф. Здесь у нас что? Я могу, конечно, попытаться это.
чем суть, зачем я это взорвал? Не знаю. Тут меня матом обругали. Этого я сам. Поломил нафиг. Отец, берегись! Геймпад не ок. Геймпад, конечно, не ок до сих пор. Ого! Ты посмотри! Руины. Ну да. Но если это строил гном, наверное, раньше смотрелось здорово. Тогда и не сгори, малой. Так. Ура. Добрый вечер. Так, ну, дракон, давай. Ну ё-моё, Семён Семёныч. Топор не годится! Да! Ах, вот зачем эта лампа висела, чтобы их сжечь. Неплохо, неплохо. А тебя? Ничего себе! Ну, подожди, а если я сделаю вот так? Видали, как я камблю? На! Ну да, но если это строил гном, наверное, раньше смотрелось здорово. Анимация пошла. Краснуха, это типа чисто. Последний. Могут ли драконы быть благодарны? Кажется, или дракон сам эту штуку разводил. Так, друзья, я могу сейчас краску войти? Нет, не могу. Ну ладно, давай так. Ну ёпара СТ, ну какая вот удача, а? Ну какая вот... Спасибо дракону вообще, умеют ли драконы благодарить? Умеют. О, лол, но зато мне все равно зачли. Ах. Так, ну давайте дойдем до дракона. Так. Потом надо синий сундук открыть, а то я от него ушел, а это вообще ни к чему. Почему именно малую маску ломает? Только не ешь нас, только не ешь нас. Сын,
приготовься! Реально? Пожалуйста! О! Редкий предмет чар. Бег в течение 3 секунд позволяет получить ауру неукротимости, не позволяющую противнику прерывать атаки Кратоса. О, это... Просьба дракона была на пленение Отра. Слеза дракона плюс один. Нифига себе там чары, да? Что у нас здесь теперь? Эй, бой, ты можешь это все дело скинуть нам? Так, чары. Чары это на что? Чары это куда? Чары это... Перейти к гнездам. У меня есть печать топора уровня 4, блистающий знак дракона руна 3. Ну, давай, ладно. Что мы снимаем? Здесь восстановление 3, и здесь живучесть 3. Думаю, удачу 5 мы так и быть снимем. И поставим руны 5. Мастерство метания. Увеличение урона всех бросков топора на 6% суммируется до 18. Так. Бег в течение 3 секунд позволяет получать уровень, позволяющий противнику прервать атаки Кратоса. О, нормально сойдет. Неукротимость, уровень 3. Ну и вообще, чары тоже бы, наверное. Восстановление 3, я не знаю. Восстановление это на что? Показать описание. Восстановление. Ускорение восстановления рунических атак, рунных призывов, талисманов. Восстановление 3, это хорошо. А здесь что, живучесть? Реакция на ранение. Я думаю, восстановление мы, короче, поменяем на... На печать топора. Пущай будет. Просто чтобы у меня, типа, левел подрос. Меня тогда будут меньше говнить, чуваки. Хорошо. 13 опыта. 13 опыта? Аура неукрасимости 3,5. 13 опыта это очень здорово, на самом деле. Навыки. 13 опыта это прям классно. Только, блин, у меня 3 левела этой штуки еще пока нету. Щиток. Подожди. Что у нас со щитами еще есть? Что вот это у нас такое? Это типа... Выполняя уклонение рукопашной, удерживайте... Перед открытием нажмите R, чтобы провести быструю атаку. Так. Выполняя уклонение в рукопашной... Мне кажется, что это полная фигня. О, это что, кстати, такое? Смените стойку на мгновение, остановившись после любой рукопашной атаки. Приняв новую стойку, нажмите R1, чтобы провести мощный апперкот. Повторно нажмите R1. Это, кстати, я могу уже юзать. Это что, при блоке выстрела в последнее мгновение снаряд поглощает, затем направляется обратно врага. О, это очень хорошая тема. Так, это я юзаю. Так, это Спарта. Яростное сокрушение R2. Удержите R2, чтобы... Нажмите L2, чтобы подобрать и бросить большой камень. При падении камень взорвется, наносит врагам огромный урон. Спартанская ярость. Есть как бы... Есть штука, которая позволяет яростный бой грейдить в том плане, что... Смените стойку на месте стража. Не знаю, это вообще нужно. Требуется живучесть. Вот этому чуваку точно... Точно качну. Я больше ничего не вижу, пока смысла себе ничего качать. У меня есть абилки, которые я хотел. Оружие. А что за кодекс? Подожди, что это такое? Так, прокачай руну в топоре. Да. Руна в топоре сейчас пойдет на прокачку. Блин, я куда жму-то, ё-моё. Так, руна. Так, она... Она все, она уже больше не будет, да? Да, ну, кстати, эту тоже можно прокачать. Чего ж тут? Хотя она... Ну, я пока что не вижу. 4000. Нормально. Все сойдет. Так, все, теперь открываем синий сундук.
Значит, один камень мы видим. Я не знаю, временный он или нет, но... Снятые печати один из трех. А, это, конечно, это где печати не воскрешаются, а их надо просто находить. Кусонные печати не видели? Мне бы очень не помешали. Так. Так. Саша, хочу получить второй уровень, тебе нужны шмотки лучше, то есть по-любому должен взять на новый набор брони у Брока. Тут не зависит уровень от того, сколько ты убил мобов. А у меня уровень брони Брока хороший. Я могу у него купить, но это мне нахрен не надо. У него там говнилово, по статам просто хуже, чем мое. Блин, может быть ему нужны... Может быть мне надо сбить вот эти камни? Может быть это такой своеобразный пазл? Да, ребят, это своеобразный пазл, я вот что понял. Сейчас я посмотрю на символы на сундуке. Символ на сундуке. R и N. И вот он на двери. Это же пазл. Это же пазл, мне надо ударить по R и N. Да, пожалуйста, сработай. Может быть, ты сработаешь? Нет, не сработало. Черт, мой пазл не сработал. Нет, не сработал. Фак. А я был... Нет, ищи камни. Суп. Пацаны. А чё? Чё вы? Чё вы это-то душите? Пацаны душат. Шамаич душит. Сук, я не знаю, где эти камни. Я хочу... Барсы. Камни рядом с сундуком. Да, они где-то здесь должны быть. Я их должен как-то найти. Я вот тут вот не смотрел. Это разумно. Положить, что где-то здесь должен быть. Это... Что за гном вообще? Это камень? Ага, хорошо. Да. Может быть, третий с той стороны? Давайте круг камней еще раз чекнем. Он кажется чем-то хитрожопым. И после круга камней... Да символы крутятся на воротах. Это было бы совсем жестко. Блинский магнитофон. Да как же тебя, бжоп-жоп. Я еще слышу этот звук слева какой-то. Будто реагирует что-то. Опа! Хорошо. Да отвали. Да есть же. Да есть же, красавчик. Рок. Так, ну пошли дальше. Дракона осилили. Дальше заходим. Да.
два, кстати, чертова левела очень высоко. Да. Чертова левела разваливается уже достаточно хорошо. Так, рок. Есть. Есть. Это рок. 4 из 6. Хорошо. Скоро. Там тебе совет, обычная руна для сундука находится близко к сундуку. Спасибо. Так, здесь надо... Шорткат вот этот вот. Все, мне хватит. Сундук светится. Так, ну мы по идее уже прям вот вообще полутались. Это мы все забрали из этого острова, что хотели. Стальфхеймскую сталь и все как полагается. Все, да? Нет. Вру, здесь мы пошли налево, а здесь мы не ходили налево. Почему я сюда не могу? Я сюда... А, здесь надо вот эту штуку покрутить. Иди сюда. Хорошо. Come to папа. 5-6. Это что такое? На тебе. Я в тебя метнул. Хорошо. Быстро! Где ты здесь будешь где-нибудь? Так, надо. Ой. Чё это я? Чем это я руку потратил? Собака. Все, свалил. Читай. Пойди сюда. Пойди сюда. Пять из шести рогов. Гном заставлял подданных охотиться на драконов так, и других чудовищ? Такие? Ну и ну. Впереди, брат! Что когда бьешь по земле, жми еще R2, чтобы вторая атака по земле прошла. Да, у меня такое было. Так. Отец? Отец. Тебе да. Надо это увидеть. Похоже, нужно нажать на тот рычаг. Он нападет. Я знаю, жопа. Но нельзя держать живое существо в клетке. Хм. Снова думаешь сердцем, а ты не слушай и приготовься. Ладно. Пипец, нам сейчас будет жопа. Иди, хамар. Беги!
Забери! Правда. Правда. Правда, я горю. Что я как-то за... Мне кажется, вы горите. Да. Мы раскопали моба, и моб нас убивает. Короче, как его убить, я не очень представляю. Он разливает лужи. И по сути я ничего блокировать и доджить не могу, пока я в этих войдах. Из этих войдов надо выходить. Что хочешь, делай, но выходи. По сути, дот на себя вешать нельзя. Ошибся, ошибся, стикаешь. Не очень понимаю, где надо находиться, чтобы его убивать, но полагаю, что он достаточно простой. Не жми блок, ты ничего не блокируешь у него. И по сути даже с бега не слезай, потому что это единственный вариант. Можешь покидать топоры, придется. Для начала надо зачекировать, что у нас вообще по инвайрменту. И всякие штуки. Ну, можно, в принципе. Вот, типа, он еще как будто топает. Осторожно!
осталось на самом деле совсем чуть-чуть, да. Ай, за мной! Ой-ой-ой! Хорош. 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 Вообще лол. Твои навыки вот стали столько лучше. Было ХП с половиной его пула здоровья. Спасибо, отец. Так, новый Рокхейм дали. Редкий-то предмет талисман. Сокрушительная атака, наносящая урон от оглушения и отбрасывающая из них врагов. Ускорение восстановления талисмана при успешных блоках и парированиях. Ага. О, прикольно. Просмотр в меню. Он уровень 3. Защита 10. Значит, сокрушительная атака, наносящая урон от оглушения, сбрасывающая среди врагов. Ускорение восстановления талисмана при успешных блоках. Примените сразу после ранения, чтобы быстро собраться с силами. Увеличит время парирования, повышает защиту при блоках. Я вот не понимаю, я этой штукой, получается, даже не пользовался. Я думал, увеличивает время парирования, повышает... А, ну да, он увеличивает время парирования, повышает защиту при блоках. Оно в любом случае работает. Давайте Рокхейм далее попробуем поюзать. Что это мы взяли там? Сиреневое что-то взяли, что-то очень ценное. Ладно, хорошо. Тролли в клетке грустно, поэтому убьем его. Да, реально, вот я вообще в шоке. Пацан такой, ну надо его выпустить. Ну давай его выпустим скорее. Давай сына выпустим. Он на нас нападет. Ну мы его и захерачим. Ей. Так. Я надеюсь, здесь будет прямо вот тут сет какой-нибудь. Сладкий сет. Сладкий сет. След Левиафана. Слабая руническая атака. Брошенный могучей рукой топор пробивает насквозь всех противников, оказавшихся на его пути. След Левиафана. Уровень 1. Урона дофига. Это можно вместо касания Хель использовать. След Левиафана. Вот он. Вот, можно вот так вот. Стреляет во врагов. Давайте ее просто зачекируем, чтобы просто почекать. Хотим при этом при всем это юзать. Вот что это такое. Даже не знаю. Даже не знаю, ребят, даже не знаю. Мне кажется, что... Подождите, а у меня на броню новые какие-нибудь аксессуарчики классные выпали. Эти гнездом. Символ дерзости, уровень 2. Нет, ничего такого нету. Не знаю, мне этот след Левиафана, а что-то пока... Хиль третьего левела, это слишком много, да. И мне тоже кажется, что хиль третьего левела просто лучше. Почему я не могу его выбрать? Выбрано след Левиафана. Я не... А, пока я не восстановлю, я не могу менять, что ли? Наверное. Что такое? Здорово, Элитгвард. Я не видел обращений. Почему так игры мои так много в плане звука или чат так решил? В смысле, игры нормально в плане звука. Здесь баланс. Так, куда мы ползем? Мы ползем наверх. Так, все, можно, кстати, сменить себе навык. Наконец-то. Так, меняем на касание Хель. Прыгай.
Ничего особенного. Опа, здесь можно. А, это тот самый шорткат. Согласен. Наконец-то это свежий воздух. Это с дракона, но мне туда не надо, я хочу дальше. Мне интересно, надо дальше? Подожди, а мы можем вообще дальше? Хорошо, я вот здесь вот. Блинский магнитофон. Чекать без врагов 10 из 10. А мне просто не нравится, как оно выглядит. Так, здесь у нас что? Здесь мне просто дали скиллуху. Все, можно отсюда вываливать. Надо, короче, идти на тот остров, валить этих чуваков Тора, а потом уже точно по квестам. Все, здесь больше ничего нету. Мы официально пронесли этот остров просто к чертям собачьим. Со всеми глупостями и плюхостями. Так что случилось с людьми, которые тут жили? Подумай головой, сын. Да, да, подумать сейчас. Так, так, тут правил злой король-гном. И он заставлял людей охотиться на чудовищ. Люди сажали их в клетки, а потом я не знаю. Потом жопа. Значит, чего-то не достает. Вернемся в замок? Нет, там больше ничего для нас нет. Но смотри внимательно, ищи других драконов. Вдруг узнаешь еще что-то о короле-гноме. Так. Видел новый клип Рамштайн? Да, видел. Визуал мне очень понравился, сама песня мне понравилась достаточно. Кстати, надо еще вот эту штуку. Блин, эти браузеры жесткие, конечно. Так. Блин. Блин, эти драугры все равно меня будут убивать. Так. Надо, короче. О, да, я Дараздрик, это какой он крутой, песня просто теряется в визуале из-за 9 минут длительности, но клип просто шикарен. Так. Блинский магнитофон. Вот этого уже получается стабильно убивать, это очень хорошо. Одним браузером меньше. О, кстати, я пережил его атаку. Блин, ну... Блин, вот если бы я сейчас... Вот что я делаю? У него желтая атака. Я бы ее сейчас заблокировал, я бы его убил. Правильно, правильно. Короче, знаете, что я сделаю? Я сейчас с этого станищего начну. Кто-то уже ныл про русскую озвучку. А что про нее ныть? Она отличная. Ну, точнее, как бы можно, конечно, кривляться долго. Где большой драугр? Вот он. Тебе нужен целебный камень! Так, ты будешь ждать просвета? Ну, я хотя бы переживаю. Есть еще один способ повысить второй левел. Да, 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 мы сделаем, мы сделаем. Трудности перевода глянешь, поймешь капа. Да, лол, в смысле, лол. Трудности перевода — это безотказный способ испоганить себе настроение. Перевод — это стопроцентная адаптация. Тот факт, что куча, грубо говоря, людей, которые не занимаются каким-то определенным... Да, блинский магнитофон. Хорошо. Так, может быть, ты... Блин, я хотел заблокировать. Я не очень понимаю, как выглядит анимация, которую можно блокировать. Что, Элитгвард обиделся и ушел?
Элитгвард, Элитгвард. Что ж ты так? У нас 2 числа в субботу альтернатива, если что. Хедшот, да, да блин, они пробивают, чтобы быть здоров. Но на самом деле всего 2, и это очень приятно. Вообще-то я заблокировал. Так, ёпрасота, не то. Да блинский. 2 числа в субботу? 2 число не суббота, по-моему. Или я сказал в субботу? Нет, я же не говорил в субботу. Красный нельзя, желтый можно, что-то понимать. К сожалению, ты должен заранее стоять в нужной позиции, прежде чем ты увидишь желтый шарик или красный. Да блинский магнитофон. Да ёпрс это. Тысячу и глаголит, я с тобой, нати вам. На своем стриме отыграюсь. Да в смысле? Да ты... О чем ты? Я тебя не понимаю. Спасибо большое, бро, за поддержку, но я не понимаю тебя. Я же общаюсь с тобой, я же тебя увидел. Ну ты же просто обращение не написал, я не увидел, она там убежала. О! Контрить этой штукой. Да блин, надо было доджить. Да отлично, все. Где второй? Пошли к следующему драугеру. Давай, 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 ползи. Жду команды. Короче, их всего 2. Слава богу, мы могли их. Фак! Фак! Сраный упырь! Да это херня полная! Да это херня! Я же даже жал, чтобы он отпустил этот сраный фокус дома! Как я ненавижу эту херню! Боже ж ты мой! Блинский магнитофон! Бесит так, что прямо зубы сводит! Саму просто душу выворачивает наизнанку! Как так-то, блин? Ладно, теперь я знаю, как убивать того драуга. Драугера, поэтому я буду. Отец, нет! Ладно, хорошо, это нормально. Все хорошо, сейчас все сделаем. Этот драугер просто тяжелый, потому что у него, я не понимаю почему, у него просто отвратительный мувсет. Просто отвратительный мувсет. Просто отвратительный. И сюда. Это что за фигня? Да отвали ты. Ну как? Ну смотри, ну это же бред. Это бред, это не должно так работать. Ну что это за херня? Пожалуйста, объясните мне на секундочку. Я делаю ему атаку, делаю ему комбос. Он, он показывает красную атаку. Я делаю кувырок назад. Нет, на полном серьезе. Он делает подшаг ко мне и убивает меня с атаки. Каким макаром я должен это уклоняться от этого говна в этой пещере? Так вот, может, попытаюсь. Потому что эта атака держит его в стане. Вот это единственное, что я могу делать, это просто вот этой атакой в стане держать. Ну, а теперь пришло это чудовище. Где ты там? Так, это... В смысле, я на 0 нажал? Я на 0 нажал, я до сих пор нажимаю на 0. Я до сих пор нажимаю на 0, понимаете? Я просто ДЦП, мой мозг не эволюционирует. Это просто какая-то...
Я просто настолько перепугался атаки по себе, что нажал на ноль вместо креста. И не увернулся от атаки, от просто ракового моба. От ракового моба ракового ада. Пошел вон. Пошел вон. Я уже просто даже знаю, как его убивать просто по мусету, понимаете? Просто даже, просто без всего. Просто без всего. Где этот? Да... Отец, ты ранен! Ладно. Бывает. Отец, я готов! Ладно, бывает, это нормально. Сейчас это можно было заблокировать. Давай свои две атаки, дурак. Ну, конечно же, здесь была лодка! Конечно же, я споткнулся об эту лодку и получил сраными 15 тоннами свибла в свое. Конечно, как же иначе-то? Она же здесь все время стояла, я ее сюда сам запарковал. Блин! Я ненавижу эту жизнь. Почему так? Пошел вон! Мандинга! И опять же Драугар улетает куда хочет. Сволочь красная. Так. Получай, Драугар. Так, давайте. Ты выживешь? Нет. Прости, я не готов. Так. Давайте. Отец, давай! О, нифига, малой, ты красавчик. Давай, давай свои дурные атаки. Раз, два. Нафиг! Нет! Как? Я же отошел! Я отошел! Ну ёпарасоте, ну это как... Парасет, это что же это такое-то? Блинский магнитофон, как неудачно вышло. Что сейчас будет делать? Нет! Что ты победил меня, Вес? Ты неплохо играешься в комнате. Иди, стоп. Осталось, давай, 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 давай. Так. О, боже, да. Наконец-то. У нас сильные враги. Чего, Элитгвард? Я не понял. Я пропустил сообщение. Где оно? Сейчас, подожди. Сейчас, секундочку. Сейчас мне его надо посмотреть. Так. Ругал меня, наверное, да? Наверное, ругал меня. Говорил мне, что я посос, да? Обзывал меня, наверное, да?
Независимо от того, что ты победил, меня в СК и неплохо играешь в ФПС, иди-ка в Хардстоун. Бомбарбей Киргуду, шутка. Вот так вот, не веришь меня, не веришь. В этом же и сила, в том, чтобы играть в то, во что у тебя не получается, понимаешь? Превозмогать себя. Я не умею в слэшеры, я не умею в контроллеры. А тут я, видишь, стараюсь, потею. Как боженька просто. Становлюсь просто самым разносторонне развитым. В скобочках. Уровня нормального человека, а не аутиста. В чем сила хаб? Сила в джоулях, конечно. 4К опыта. Да в жопу опыт, мне некуда его пока пихать. Ничего не хочется. Так, а кстати, а куда мы идем-то? Витургард. Можно, в принципе... А, подожди, надо... Я отсюда пришел-то за статуей-то, лол. Как ее закузьмить? Как-то же да надо закузьмить. Как статуя-то, Тора? После там какие-то... Это сам. Вот это подло. Ой, иди сюда. Гагара, подлая Гагара. Так ты где летишь? Вот здесь вот? На тебе. Надо в Гагару попасть. Блин, да как ж так-то? Да как это возможно-то попасть в эту мерзкую птицу? Малой, постреляй по ней. И за статую Мьёльнир сейчас прилетит. Надеюсь, нет. Это же всё статуя, а чё Тору обижаться? Давай, сейчас нормально будет. Да как так-то? О! Ура! Оп! 100+119. Так, что у нас тут? Здесь не огребешь? Не гребешь. О! Идрите неприятный. Сейчас, кстати, реально молот Тора ко мне прилетит. Неужели Тору будет просто чихать на то, что кто-то его статую убивает? Чё-то ничего не понятно. Так, здесь я, может, ничего не пропустил? Не, ничего не пропустил, все хорошо. Я не вижу в упор, где эта штука, которую надо сбить. Должна быть же метка. Подожди, а вот это, кстати, не... А, вот же, лол. Вот, так ты и могуч. Низвергнуть бога не так-то просто, сын. Знаю, знаю. Шучу я. Это не предмет для шуток. Пусти. Сиди над гробом, взял туда, куда Тор смотрит. Туда, куда Тор смотрит? Над гробом? Нет, не взял. Сейчас, обожди. Что это там внизу? Причалим здесь? Опа. Давай-ка причалим. Золотишко. Я здесь не брал ничего. Это как раз таки Батос. Его отца. Есть, да. Хорошее? Может быть. Он же обещал как раз таки рукоятка Тангиоста. Легендарный предмет, рукоять для топора. Низкий шанс вызвать взрыв молнии, наносящий урон от шока. О. Лол, блин. Она как бы легендарная. Она как бы 3 левела, то есть я ее докачаю, она будет... если я ее прокачаю, то я могу и юзать ее. Но фишка в том, что у нее еще низкий шанс
У Мишки есть шанс вызвать взрыв молнии, наносящий урон от шока всем соседним врагам при успешном ударе топором. Это же очень здорово. Это хорошая била. Отец, почему от богов всегда столько бед? Такова их натура. Но у них же столько власти. Почему никто из них не хочет помогать людям? Да, боги сильны, но сеют несчастье. Такова жизнь, сын. Наконец-то. Здорово, Флайшет. Наконец-то я скрафчу себе нормальный шмот. Так, шанс зависит от удачи, если у тебя ее много, то проб такой, такой редкий, а постоянный. Шанс зависит от удачи, это прикольно. Лол, это, между прочим, гениально. Взять и зафигачить такую штуку, чтобы... Чтобы она на шансы срабатывания определенных вероятностей влияла. Да как бы, с одной стороны, очень очевидная штука, с другой стороны, сделать этот параметр стабильным очень тяжело. Так, я к тебе сейчас еще вернусь. Я к нему в любом случае сейчас вернусь. Но мы сначала сдадим квест. Так. Где? Подождите, а пострелы-то мне когда... Получается, что в игре и вовсе нет рандома. Ну, как тебе сказать? Смотря что ты можешь назвать рандомом. Я тебе говорю. Я тебе говорю, что ты там с 10% вероятностью... Мы сейчас кинем кубик, тебе упадет там от 1 до 6. По сюжетке Fast Travel. У меня его пока нету, да? Хен на басе. Так, ну рассказывай. Мы разрушили статую дух. Так. Значит, моя связь с этим миром прервана. И я отправляюсь на поиски настоящего громовержца. Я отомщу ему. Ты... Благодарю вас. Просьба выполнена, падение молота. Вот храбрец. Подношение Тору плюс один. С Тором в одиночку. Не храбрец, а дурак. Он глупец. Что нам оставил дух? Дар одному из богов. Пригодится? Нет, гномом может быть. Ага, мне надо, наверное, гному отдать, да? Раньше было нужно. Ну да, эту штуку я пока разломать не могу. Блин, на красиво не успели. В смысле, а что? А подожди, а что значит на красиво не успели? Что надо было сделать? Надо... А, ты про это, про... сюжетку. Ну, блин, там просто лока, где чуваки меня по левелу говнят. Надо было сразу идти по сюжету, и все было бы хорошо. Мне бы попадались нуба-мобы, и я бы их убивал и левел качал. А сейчас я себе скрафчу супер-бронь и приду овергиром в локу. Так. Мы кое-что нашли. Тюр был бы в восторге так. От того, что из этих даров делают доспехи. Ты его знал? Каким он был? Уже не важно. Тюр умер. Не стоит копаться в не, прошлом. Флэшет, не знаю. Гном умную вещь сказал. Надо же. Хамлот какое. Так, тур завершен, правосудие и война. Что вам на этот раз нужно? Нагрудная броня. Ну. Да, он издевается надо мной. Все то же самое. А где? О, перчатки утраченного единства Тюра. Подношение Тюру золота Игира. О. Броня для бедер есть Тюра? Нет, только... Броня для рук. Перчатки Тюра. Ну, это точно хорошо. Гнезда для чар. Даже сравнивать нечего, это имбень.
Так, давай. Создавай. Не, ну, обаяние, конечно, тоже защита, но зачем испытывать судьбу? Так, перчатки выкованы из подношения Тюра, так выбрать, сразу выбираем их. Мы их можем улучшить сразу. Так, улучшение. Броня для рук. Для этого нужно золото и гира, оно у меня есть, и прочная вартальхвостская сталь. У меня, к сожалению, гнезда чар, кстати, будет две штуки. Рукоять для топора. Рукоять могу... Тоже, кстати, себе, если... Вау, нифига себе она грейдится. Со второго на пятый левел. Кулак Тора. Нихрена себе. Блин, почти дамаг-то пришел. Талисман. Рот Хеймдаля. Пыль миров у меня нету ничего такого. Ну, я рогом Хеймдаля пользуюсь, поэтому... Пущай, пока будет рог Хеймдаля. Так, рукоять для топора. Пока, я думаю, пока она у меня... 666. Блин, я даже не знаю... Стоит ли ее коготь можно улучшить? Чего тебе, мелкий? О, малой, да, иди сюда. Коготь улучшаем, конечно. Коготь шикарен. Ты второй левел взял, Грац. Да есть же, да Левиафан. Блин, где вы замерзшая хрень вообще? Нагрудная броня. А, если я буду улучшать именно броню для... Броня для рук? Ну не, я не могу вообще ничего здесь... изучить нормального. Ёпрос, это все жопа полная. Ну что, хочешь получить от меня круг? Так, броня. Так, эти перчатки перейти гнездом. В эти перчатки вешаем печать топора, символ дерзости. Можно печать топора, но увеличение урона от всех бросков от топора, мне кажется, что вообще фигня полная. Так, теперь по поводу рукоятки. Юзать будем. Будем юзать и рукоять. Так, малой. Обнаружение уязвимостей. Не, пока. Обнаружение уязвимостей это так делать так, чтобы он, короче, фигачил. Так, новые абилы. Здесь я пока абилы не могу юзать. А здесь у меня что? Существенное увеличение урона от стрел. Ну и существенное повышение скорострельности когтя. Ну тут думаю, что бомба. Пущай будет. Коготь улучшил новые навыки лука, да. 4К остается пока. Значит, здесь... Нанести удар. Блин, вот жалко. Здесь, как бы, наверное, учитывая, что... Не, фигня. Смените стойку на мгновение, остановившись после любой рукопашной атаки. Для дополнительного удара. Я думаю, что это я даже использовать не буду. Мне ничего из этого... Мне из этого ничего не интересно. И топоры мне тоже пока никакие не интересны. Да? Да, ну единственное, что можно попытаться именно... Тут еще такая ситуация, что он по всем будет атаковать. Блин, стрельба топором вообще может быть не такая уж и дерьмовая. Давайте Левиафан улучшим вот так вот. Вот эту штуку улучшим. Вообще пока да. Так, все. Мы все сделали, что хотел. Ну, как тебе игруха нравится? Игруха отличная. Это недаром игра года. Так, чего изволите? Здесь мы взяли, наконец-то, 52-й левел. Броню от Рея. Я могу тебе, братан... Поиск камней здоровья. От Рей иногда находит камни здоровья при ранении Каратоса. Вообще, это прикольная тема, чтобы... Потому что он бессмертный, а я нет. Но он как бы и уязвимость тоже делает. Так что технически это чуть ли не одно и то же. Чары. Чары у тебя символ дерзости. Ну, это фигня. У тебя все... А, это продать. Подожди, продать. А купить? Купить недоступных предметов. Ну, все тогда. Ничего не могу улучшить. Все, пошерстил. Ничего. Да. Осталось только понять, хотим ли мы с этой рукоятью бегать. Честно говоря, пока что мне кажется, что вот эта самостатная рука... На этой рукояти 30 статов. На этой рукояти 18 статов. И низкий шанс вызвать взрыв. Давайте просто поэкспериментируем с этой рукоятью, потому что она легендарная. Но в остальном все.
Так, я думаю, что мы можем call it a day. Сколько у нас там времени? Кто-нибудь может мне сказать? Кто-нибудь, ребят, знает, сколько времени? Я думаю, что можно на сегодня. Можно просто начать... Давайте доплывем, мне просто интересно посмотреть. Скрафти броню у бро... У малого можно улучшить? Она не легендарная, а эпик. По-моему, там написано легендарно. Так. Это не одно и то же ХП он часто находит. Блин, ну понимаешь, когда он инкапассирует иной раз Драугра, это стоит не то, что ХП, это стоит целой жизни. Лего это оранжевая. Ага. Многостатство это в любом случае хорошо. Ох, я уже скоро смогу с этими чуваками драться. Так, что тут у нас? Это дорога к горе? Похоже на то. Да это же бородатый верзилы и мелкий прыщ. Сейчас я вас порадую. Брок? Ну как ты... Не твое дело, мелочь. Заходите, я тут вам припас кое-чего. И не вздумайте зариться на мою берлогу. Я первый ношу. Ну, ладно. Серьезно? Как думаешь, что ему нужно? Поиграть на нервах. Когда пойдет молва о моей новой лавке, ко мне наконец хлынет народ. Они будут локтями друг друга расталкивать, чтобы глянуть на товары. Увидите. Ты всегда так носишься? Жуть. Ну? Лови! Вот куча камней. Этим ключом их Драсиля можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа. Срезать путь между мирами. А вот и шорткат. Если видишь, где такую дверь, можно быстро до меня добраться. Работает в один конец. Только сюда и никуда больше. И что бы ни случилось, никогда, ни за что, никогда, ни за что, когда... Если жизнь и рассудок тебе дороги, не сходи с тропы. Нет, этого нам точно не надо. Пройдите к башне. Окей, теперь у меня есть ворота Игдрасиль. Я могу, типа, вот такие камни использовать как тревелок. В принципе, шикарно. Чайка. Шигарус. Так, ну-ка. И что это такое? Почему оно не работает? Сигл с ганком. Gonna poke you in a coconut. And they did. Я прям как будто вижу, что там что-то блестит. И чего я сюда пришел? О, ничего себе, что это. А это что? Рок, вот отверстие. Дуй. Подуем в него? Не знаю, что случится. Обычно мы нажимаем все кнопки и дергаем за все рычаги. Только там, где результат предсказуем. Тут другое дело. Надо бы поработать над твоим чутьем. Я знал! Мы дуем в рок! Нет, мы испытываем твою волю. Воля у меня есть, сколько хочешь. Если ты не подуешь, и я не буду. Если ты не подуешь, и я не буду. Нам надо, типа, сначала посмотреть, зачем, куда рок ведет, типа. Так, а что на него смотреть-то? Вот он.
Дуй. Давай подуем в рог-то. Если ты не подуешь, и я не буду. Как мне подуть в рог-то? Мне не дают подуть в рог. Если ты не подуешь, и я не буду. Если не дунуть, волшебства не будет. Да, есть такое. Да, блинский магнитофон. Давай, спускайся. Не хочет. Ну, вперед! Ха. Ну, давайте, рассказывайте. Подожди. Вот это я понимаю, ты проект пришел. Они, кстати, отравили меня, сволочи красные. Классика жанра. О, привет. Что ж ты такой враг-то? Малой вообще хорош на самом деле. Ага. Значит, с рукоятью Тора таковая ситуация. Если повезет, эта башня приведет нас к горе. Я готов. Я не прочту, пока не соберем весь шифр. Короче, если у меня много проков, если много проков, то тогда я настакиваю на них. Ну вот, а ты мучился, зато теперь легче пойдет. Реально, what the fuck. Подожди, мы же здесь были, лол. А там можно шорткати себе оформить. Ну не шорткати, не себе, а... Отвали. Давай, попадай. Да что ж ты делаешь-то? Так вот нормально сработало. А здесь? Здесь чё? Не. Что это? Вот это я понимаю, ДПС пришёл. Бог войны. Я не могу прочитать. Это он тоже не может прочитать. Вот у нас, кстати, плюс 100 опыта. Мелочь, а приятно. Еще один. Смотри, мировой змей. Он куда больше, чем я думал. О, смотри, он укусил Тора. Или... Сюда. Мне кажется, я был слеп к его... А что это такое? Что это такое? Ужасно пахнет. Я. Ага. Я ее могу замораживать. И проходить. Но если я... Но если я не буду атаковать топором, то все, то жопа. Но скорее всего будет ситуация, где мне надо будет подраться. Так. Здесь можно забраться. Здесь можно... Не знаю что. Я чё делаешь. Так. Лети за ним! Не, попали. Деда, ты чё в этот пришёл? А ты чё, малой, ты как чё в этом? Пока нет. Малому, кажется, вообще пофиг. Лети за ними!
Тор прокнул. И Тор как-то слабо прокнул. Надо, чтобы удача была. Не дал мальчику даже сказать, ты ужасный отец. Все правильно, ролплей. Просто ролплей еще. Еще один фрагмент шифра. Посмотрим, что с ним можно сделать. Так, теперь... А это что? Выглядит очень странно. Малой, ты можешь? Малой, а почему ты не читаешь вот это? Почему малой это не читает, ребят? Я что-то не понимаю. Мне типа эту штуку починить надо, и я пока не могу ее починить. Да? Угу. Как-то странно. Мне эта штука вообще не дает. Так. Добрый вечер, здорово. Я пока не могу это чинить. Мне бы, кстати, как-то зарегинить хэпусю. А то что-то я бедный, несчастный. Без хэпуси, собственно. А куда мне? О. Все идет. Ах ты ж ползти-то мне надо было сюда. Поползли, малой. Что это было? Воняло ужасно. Твоя мать называла такой ницшест. Мерзкое колдовство. Это она научила меня, как с ними справляться. Что? Неужто она и правда тебя чему-то учила? Да. Почему бы и нет-то? Нормально. Бред горья. Ого! Какой здесь туман! Еще гном. Может, нам... Нет. О, это второй. Он нам не нужен. Я очень извиняюсь. А откуда у тебя этот топор? Это тебя не касается. Да, и я с этим не спорю, но я его знаю. Это один из наших, и его... не для тебя, ковали. Прочь с дороги. Я не могу. Та, для кого мы его сделали, была мне... очень дорога, и я буду несколько рассержен, если окажется, что ты с ней что-то сделал. Это мамин топор. Она отдала его отцу перед смертью. Фэй умерла? Это очень печальные вести. Хорошая была женщина. И храбрый воин. Ладно. Я улучшу топор для тебя. Но тебя никто не просит. Ну, верно, но можешь мне поверить, твоя мать попросила бы меня исправить тот ужас, который сотворил с ее топором мой брат. Я знал! Ты брат Брока. Вот половина клейма. Так Синий твой брат? Ну так это очевидно. Да. Но из нас двоих талантлив я. Не вру. Клянусь, Фрей. Ты можешь что-то добавить, но убирать ничего не смей. Ага, но ты не мог бы положить его вон туда. Рукоять Нет. такая грязная. Ну что ж, ладно. Тогда я просто... Это что, кровь?
О, над чем ты работал? Чувак, ты... А, это? Я зову его Небоход. Там на горе скрыты целые залежи редких материалов. Добыть можно, только потом надо их как-то спустить. Ты знаешь, как это сделать? Да пока что не очень. Получено знак гномов? За знак гномов. В лавках появились камни воскрешения. Камни воскрешения. Используя купленные камни воскрешения, Атрей может оживлять погибшего Кратоса. Перейдите в раздел покупки, нажав... О, камни воскрешения. За 1000 можно купить камни воскрешения. Чтобы использовать одновременно, сможет только один камень воскрешения. Давайте купим, ладно, чушь. Простой камень воскрешения. Обычный предмет. Волшебный камень, оживляющий кажется, с небольшим запасом здоровья. Нажмите квадрат, чтобы использовать одновременно, у вас может быть только один камень воскрешения. Так. Здесь будет показан купленный камень воскрешения. А, пасеп. Так. Так, а ты чего? Ты как будто что-то можешь улучшить? Да ты ничего не можешь делать. А что за гномья? Вот он мне что-то там дал. Что-то непонятное. Да ничего он мне, ничего он мне не дал. Говнилово какой-то предложил. Вообще полная фигня. Не забывай мыть руки. Не забывай мыть руки. Ты правда сделал его для мамы? О, этот топор я где хочешь узнаю. Одно из лучших наших творений. Усилен воплями 20 ледяных троллей. Или 21. А почему маме? Откуда ты ее знал? Она сама нас нашла. Твоя мама была особенная. Она хотела защищать людей. А нам захотелось дать ей силу. Потому что она стремилась к добру. Она даже знала наш язык. Она говорила. Мазурин сэм генгур. Эйген вегум ханс. Генгур айн. Точно! Впечатляет! А ты в нее пошел, по глазам видно. Спасибо, Сэм. Нет, трогай меня! Что? Я не трогал, ты что? Я потом зайду. Что, больной дед? Не ходи, где попало. С тех пор, как ушли все люди, никого хорошего не осталось. Не люблю обобщать, но обычно местные пытаются тебя убить. Твори добро. Ага. Это, конечно, не мое дело, но я бы на твоем месте смыл этот символ шеи. Нам сказали, что это нас защитит. Это была ложь? О, нет. Это символ достерся. Защита, конечно, вполне надежная. Да, но чтоб ты знал, этот пигмент всегда разводится кабаньей мочой. Как считаешь, это лучше, чем погибнуть? Ну, получше. Ну, шея твоя. Он какой-то... Это что еще за фигня? Мать вам, сволочи красные. Атака в спринте мне не помешает. Прям вот вообще не помешает. Где? Где гад? Где гад? Я не вижу гада. Видите гада? Да ё-моё. А, он сверху. А, это просто стрелок. Я, честно говоря, думаю... Тяжелый бой. Да какой тяжелый бой? Да ладно, они мы сейчас овергером всех давим. На боссов. Тяжелый бой? Смешишь тоже. Так, что это такое? Ага. Тут надо, наверное, рунки правильные выставить.
Ага. Окей. А здесь... Подожди, а я не помню, какой сигнал мне нужен. Так. Давайте я еще раз посмотрю на сундучелло. Значит, сундучелло... треугольничек направо и два треугольничка налево. Есть треугольничек право, создал треугольничек налево. Он кто-то встал. И съедок. А я не могу, да, наверное, сундучок. Да, здесь надо как-то что-то надо сделать с этим сундуком. Так, и нам надо найти последнюю эту штуку. Не вижу ее, нифига. Полезай, Кратос. Хватай, ништяк. Не вижу нифига. Может, надо как-то с двух этих что-то сделать? Так, стопэ. Нет, это просто вкусняк. Блинский магнитофон. Где же найти? Ладно. Где я труна? Там я за сундуком. Да. Я за сундуком. Да, кстати, а что-то я хотел от него уйти. Я хотел, типа... А, вот же она, господи. Как Брок и Синдри. Нет. Почему они не могут поладить? Опа. Чародейский набег. Нас это не касается, сын. Ну-ка, чародейский 4-5. Ну они ж говно полное. Посмотрите, что это такое. Рунический символ на этой броне повышает восстановление. Защита 4. Ну посмотрите на это говно. Защита 4. Восстановление 5. Ну что это за херня, простите? Это что за говнилово, простите? Ладно. Так, едочек. Приготовься! Так, а ее руками надо валить? Нет, не руками, походу, надо валить. Но, правда, как-то лоснулась. Как-то она лоснулась. Ой, не то делаю. Мне нравится, что пацан ходит в яде. Блин. Нравится, что пацан ходит в яде и ему чисто, чисто чихать. А ведьма реально лоснулась. Она, наверное, на яд-то никак не реагирует. Я ее достану! Просто скажи! Нет-то! Еще чуть-чуть! Я готов! Ладно, ты... Ладно. Так, давай. Место! Не готов! Готов! Очень хорошо получилось. Хотя зато мы ее раскузьмили. Шикарно. Найс. Последняя руна была напротив красного сундука. Да ладно, в смысле, не было ее там. Я ж там был, лол. Так, здесь можно залезть наверх. Куда я, собственно, бегу?
И почему я туда бегу? Что у нас по карте? Ага. Ну, в принципе, мне примерно туда. Ох, тут и беготни. Это что за? Это зеркало случаем не портала в этом? Волшебный замок. Ага. Скорее всего, волшебный замок это что-то, что я пока открывать не могу. Там зеленуха. Нас не интересует, эту штуку мы трогать не могем. Лады. Зато бронь можно улучшить у гнома. В принципе, да. Так, мы, короче, можем побежать прямо, а можем сейчас побежать налево. Честно говоря, мне кажется, что сначала надо идти прямо, потому что, ну, как бы так, наверное, грубо говоря, имелось в виду. Вот. Но там нам предстоит достаточно огромный путь. Так что я думаю, что на сегодня будем заканчивать, ребятуся. Ох, ёжик. Хорошо сегодня поиграли. Надо идти кушать. Не 10%, а прям много всего мы сегодня успели. Мы же кучу сайд-квестов сделали. Прекрасных. И второй левел получили. Второй левел за 8 часов. Ну разве я не молодец, ребят? Просто, ну разве я не молодец? Я очень старался. Так, а как у нас меню-то вообще открывается-то? Сундук с рунами. Привык к геймпаду. Честно говоря, нет, я до сих пор туплю. Вот, например, в Dark Souls ворот на нолик. Я даже вот, я не знаю, еще 2 часа назад периодически жал на нолик, чтобы увернуться. Это просто пипец. Так, параметры. Выход. А нет, подожди, назад. Сохранить. Новые игровые данные. Мидгард. О. А то чуть-чуть. Так. Сундук открывай, лентяй. Скинь сейвы, я не хочу сначала все проходить. Я не знаю, можно ли сейвы скинуть на ПС-ке, по-моему, такой функции. Ты большой молодец. Я сегодня прям наубивал, натворил это ДТП. Ну что, ребята, на сегодня все. Значит, завтра у нас Hearthstone. Днем где-то примерно с 17 до 20, не знаю когда именно, я сделаю розыгрыш предзаказа среди ребят, которые будут в чатике. Да. На сегодня, дорогие друзья, все. За альтернативку сегодняшнюю. Говорим спасибо ПЛВМ-очу, он же Папич лучший в мире, он же Фрейрок. Вот, мне очень понравилось. Спасибо тебе от меня тоже большое. Прям классненько. Значит, по альтернативкам, что у нас в ближайшее время? Значит... В ближайшее время из того, что надо отметить, это то, что 2 числа у нас, я не помню, это вторник, по-моему, вторник, у нас 2 числа будет Age of Empires, самый первый, но Definitive Edition, там, короче, новые текстурки и т.д. и т.п. И вроде как, даже переработали немного AI, но я не знаю на 100%. А сейвы можно перекидывать на плойки, и люди так сразу брали все концовки ПБ. Что, все концовки Bloodborne? Окей. Ну, мне надо, чтобы меня кто-то этому научил, чтобы я перекинул сейвы. Потому что так я... Можно поменять местами X и O. Да не, вы же понимаешь, игра заточена так, что надо жать X, и я просто вот привыкаю... Привыкаю долго. В каждой игре свое управление, а я привык к левой мыши. Ой, устал я на сегодня. Пойдемте отдыхать. До завтра, до 2 часов, ребят. Ой, пойдемте отдыхать. Так, да забей в Google, скинь сейвы PlayStation 4 или как-то так. Ну, Элитгвард, напиши мне на Твиче, если тебе это действительно актуально. Я посмотрю, как скинуть сейвы на PlayStation 4 тебе. Надо это будет, правда, там
потеть делать, но можно, я думаю. Давайте, пека-пека. Всем удачи на розыгрыше. Да, вам тоже, конечно же.